الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الدائمة على آدائه مجمعين إلى قيوم يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي سيوستر من продолжаем наши уроки посвященные вопросам идеологии на прошлом занятии мы говорили О единобожие говорили о доказательствах. Единобожия, в частности, привели последними из доказательств было то, что единство и порядок в мироздании во Вселенной, равновесие, которое царит во Вселенной, свидетельствует о том, что создатель у всего мироздания, создатель у Вселенной только один. Только один Бог, только один Господь и только один Создатель. Таким образом, мы посредством единства и совершенства и равновесия и царяющего порядка в мироздании доказываем единство Бога, единство Создателя. Но единство Создателя, единство Бога, Творца можно доказать и немножко другим, хоть и похожим на предыдущий метод, но другим способом. В Священном Коране Всевышний ссылается на единство и порядок и равновесие во Вселенной, чтобы доказать единство Бога и Творца. Но можно это же единство доказать и посредством порядка, единства, откровения. Дело в том, что все откровения, все пророки, все посланники Бога принесли человечеству схожее послание, доносили человечеству схожие идеи, схожие убеждения, призывали к одному и тому же, к единству Бога, к тому, к чему призывали все предыдущие пророки и посланники. То есть каждый последующий призывал к тому, к чему призывал, призывали все предыдущие пророки и посланники. Поэтому мы наблюдаем, что все божественные религии, они крайне схожи. Мы видим, что как в иудаизме, так и в христианстве, так и в исламе послания имеют схожий характер свойства откровения имеет схожий характер и это несмотря на то что согласно учению ислама согласно священному корану предыдущие послания предыдущие откровения были отчасти искажены в любом случае так или иначе мы наблюдаем что все божественные пророки все посланники все те кто утверждали что они являются божественными пророками и посланниками они принесли схожее и идентичное учение. Таким образом, мы можем доказать, что Бог един, Творец един, Господь един. Иначе, если бы существовал второй Бог, второй или третий, или четвертый, то они не спаслали бы человечеству свое послание, своих посланников и своих пророков. Но мы видим совершенно обратно, мы видим, что нет. Каждый пророк, каждый посланник утверждал, что он является посланником и пророком того самого единого Бога. И таким образом мы доказываем, что схожим предыдущему способу методом доказываем, что Бог един. Далее мы перейдем к рассмотрению разновидностей единобожия в отдельности и в первую очередь коснемся единобожия созидательстве. Итак, что означает единобожие в созидательстве? Это означает, что Творец всего, Творец всего един. То есть только Он, единый Бог, является Творцом всего. И для этого у нас имеется как логические доказательства и доводы, как доводы из разума, так и из откровения. То есть об этом утверждает не только откровение, но и разум. Доказательством разума является следующее. Мы ранее говорили о том, что Бог, то есть самодостаточный, ни в чем не нуждающийся, является единым. Нет у него соучастника, нету второго самодостаточного. И мы это доказали посредством разума. Мы говорили о том, что если бы был второй самодостаточный и всемогущий, то есть был бы второй Бог, то он непременно ограничил бы свободу и возможности и могущество первого Бога. Также и первый Бог ограничил бы в могуществе второго Бога. И это взаимоограничение исключает само понятие и перечеркивает само понятие Бога. То есть наличие второго Бога означает, что богов не существует, так как они ограничены, так как они не всемогущие, так как они имеют какую-то ограниченность в своих действиях. Мы говорили об этом ранее, мы говорили, что если бы один из них пожелал бы, чтобы то или иное действие произошло, а второй не пожелал бы, Точнее, пожелал бы, чтобы это действие не произошло. Если бы это действие произошло, то тот Бог, который пожелал, чтобы этого действия не происходило, он был бы ограниченным в своем могуществе. И также и наоборот. И это при том, что одновременно желание того и другого произойти в данном случае не могут, потому что они желают совершенно противоположного. То есть, другими словами, не может быть такого, чтобы одно и то же действие и произошло, и не произошло. Таким образом, если бы существовал второй бог, то он был бы ограничен, и он также ограничил бы первого. Таким образом, логика и разум подсказывают, что существование двух богов невозможно. И теперь, доказывая единобожие в созидательстве, нам необходимо подчеркнуть, что так как Бог, то есть самодостаточный, не нуждающийся ни в чем, в том числе в причине возникновения, единый, он является единым, то все остальное, все существующее является его следствием, другими словами, является его творениями. То есть бытие состоит из одного единого самодостаточного, то есть одного единого Бога и множество огромнейшего количества возможных, возможных сущностей, возможных существ, возможных вещей. Что означает возможных? Возможных означает, что они нуждаются в причине, означает, что они могут существовать, а могут и не существовать. Они существуют, когда есть причина и не существует, когда причина их бытия отсутствует. Другими словами, если говорить точнее, это самости, которые в своей сути нуждаются. То есть даже более того, их суть – это нужда. Таким образом, бытие – это один единый Бог, ни в чем не нуждающийся, самодостаточный, суть которого отсутствие нужды, суть которого самодостаточность и огромного множества возможных, то есть нуждающихся тех, чьей сутью является нужда. Таким образом, если Бог един, то если самодостаточный един, то... Все остальное является его следствием, все остальное является его творением. Почему? Потому что если самодостаточный, то есть если Бог един, то все остальное являющееся возможным, а как следствие нуждающимся, должно иметь причину, должно иметь причину бытия, коим является единый Бог. Таким образом, Творец един, потому что все остальное нуждается. Нуждается в Творце, нуждается в начале и в причине бытия. И даже более того, так как возможное бытие является нуждающимся, и даже более того, вся его суть – это нужда, то, как следствие, он нуждается не только в возникновении, он нуждается и в существовании, не только в возникновении, но и в продолжении своего существования, но и в продолжении своей жизни. И даже более того, он нуждается не только в продолжении своего существования, но и в каждом из своих действий. То есть каждое его действие связано с его причиной. Таким образом, мы также можем доказать и единобожие в господстве. Мы можем доказать таким образом, что все мироздание в своем бытии, не только в возникновении, но и в своем бытии, в своем существовании и в продолжительности своего существования. И в каждом своем действии, в каждом своем шаге нуждается в самодостаточном едином Боге. Почему вы спросите, каким образом так получается? Дело в том, что если самодостаточный един, а все остальное является нуждающимся, все остальное является возможным, и как следствие суть всего остального – это нужда, то мы должны понять, что эта суть никогда их не покидает. То есть эта суть остается вместе с ними всегда, как в бытии, так и в небытии. Обратите внимание, если, например, дерево, что является причиной того, что Бог дает дереву бытие? Причиной этого является нужда дерева. То есть дерево нуждается в этом бытии. Именно поэтому Бог дает дереву бытие. То есть эта нужда сопутствует дереву даже тогда, когда дерево отсутствует, дерево лишено бытия. Другими словами, дерево является возможным, потому что нужда – это особенность возможного. Дерево является возможным даже тогда, когда оно лишено бытия. И точно так же это же дерево не лишено и сопутствует этому дереву нужда. И сутью его является нужда даже после того, как он обрел бытие, после того, как Всевышний создал его и эта нужда проявляется в том, что Бог подде постоянно поддерживает его бытие. Если Бог хоть на секунду, хоть на долю секунду решит перестать даровать ему бытие, то дерево перестанет существовать. И Точно так же все, чем обладает дерево, все, чем обладает возможное бытие даровано Богом, его действие, его продолжительность, его существование. Все это есть желание Бога, потому что все это нуждается, все возможное нуждается, сутью возможного является нужда. И единственным самодостаточным является Бог. Таким образом, мы доказываем, что Бог един, и не только в своей самости, но и в Созидательстве – но и в господстве. Это доказательство разума, которые мы можем применить относительно единобожия в созидательстве и единобожия в господстве. На следующем занятии мы коснемся ряда доказательств из откровения, чтобы доказать единобожие в господстве, подтвердить доводы разума. На этом все. Вассаламу алейкум. Рахматуллахи ва